Три месяца назад, в декабре 2017 года, в Медвежьеозерском сельском поселении началось возведение важнейшего социального объекта – пристройки к местной школе. Сейчас работы ведутся на стадии устройства фундамента. Казалось бы, еще совсем недавно на этом месте был школьный сад, а сегодня территорию не узнать, она превратилась в стройплощадку. Хоть и называется пристройка, по факту это еще одно школьное здание на 275 мест. В воскресенье ход строительства проинспектировали глава района Алексей Валов и его профильный зам Никита Никулин. Сделано действительно немало, особенно с учетом зимнего времени. Имелось отставание из-за сильных морозов, но сейчас работы уже входят в график. На площадку завозятся стройматериалы. Качеством работы и ответственностью подрядчиков глава остался удовлетворен. Уверенность в том, что эта школа будет построена, не так проблематична, как те детские сады, когда строили подрядные организации, привлекаемые извне. Это наш Мособлстройгрупп на субподряде здесь. И, соответственно, мы понимаем, что они чувствуют ответственность за этот объект строительный и работают, увидеть даже выходные дни. Строительство социальных объектов в районе в целом выходит на новый качественный уровень. После решения проблемы детских садов взялись за школы. Напомним, что в ближайшие 3 года запланировано построить 10 школ, 7 бюджетных и 3 инвесторских. Это, в частности, решит проблему второй смены. Алексей Валов сообщил, что уже на этой неделе назначен конкурс по определению генподрядчика строительства школы в микрорайоне Солнечный. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».